Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников, узнавать что-то новое. И самому это интересно. Сегодня я хочу показать вам немножко картины, рассказать о художнике. Зовут его Теодорос Раалис. Греческий французский художник принадлежит к французской школе академизма и одновременно является самым характерным греческим художником-ориенталистом. Я зачитываю Википедию, то, что мне удалось найти в английской переводной, ну и в нашей Википедии. Теодор Раалис родился в богатой купеческой семье Константинополя. Род Раалисов происходил с острова Хиос. Получил свое первоначальное образование на острове Халки в Мраморном море. Продолжил свою учебу в Лондоне, где работал служащим в фирме Раалис Мавроянис. Интересное название. В 1875 году отправился в Париж, где учился живописи в школе изящных искусств в мастерской Жана Жерома. Работы Раалиса были впервые выставлены в парижском салоне в 1875 году. Раалис был членом общества французских художников, которое наградило его знаком почета в 1885 году и серебряной медалью в 1889. Несколько позже его работы были выставлены на выставке Королевской академии художеств в Лондоне. Получая от Орден Спасителя и французское гражданство. Раалис стал кавалером Ордена Почетного Легиона в 1900 году. И в том же году он был членом жюри Всемирной выставки в Париже. Совершил множество путешествий в Грецию, Малую Азию, Палестину, Египет. Собирал материалы для своих работ. Можно сказать, что его жизнь протекала между Парижем и Каиром, где он открыл и содержал свою вторую мастерскую. Там он жил в зимние месяцы до 1904 года. В 1896 году выставляет свои работы на первой египетской выставке в Александрии. Он неоднократно выставлял свои картины в Афинах, не в последнюю очередь в силу своей дружбы с первым президентом Международного олимпийского комитета Димитриасом Викелосом. А вроде вот так звучит фамилия. В Греции получил серебряные медали на выставке «Олимпия» и на международной афинской выставке в 1903 году. Оставляет свое имущество и несколько своих работ в Национальной галерее Греции. Завещание было принято в Национальной галерее в 1910 году. В 1911 году в Париже был учрежден приз Теодора Раалиса. В 1912 в Греции был проведен первый конкурс – конкурс Раалиса. Был женат на Юлии Маврокордата. Очень сложная фамилия, с которой у него была одна дочь Екатерина, ставшая впоследствии супругой греческого фольклориста Николаса Политиса. Жена Раалиса умерла в возрасте 29 лет. Он женился вторично, но вскоре развелся. Под влиянием Жерома Раалис обращался к тематике экзотического для европейцев Востока. Но при этом Восток Раалиса — это в основном современный ему Восток и характеризуется большим реализмом, так пишут в Википедии. Он следует формам академической живописи, в которой прослеживается влияние Жерома. В числе любимых тем художника были религиозные сцены, в которых лица полны благочестия и невинности. Ну вот, собственно говоря, и все. Умер Раалис 2 октября 1909 года в возрасте 59 лет. Все, что мне удалось найти о Теодоре Раалисе, греческом французском художнике, принадлежащем французской школе академизма, и одновременно он является самым характерным греческим художником-ориенталистом. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим работу. Da-d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 a